Мы продолжаем наш праздничный телемарафон до минуты молчания, когда мы все почтим память наших погибших предков, всех участников Великой Отечественной войны, кто ковал победу и в тылу, и на фронте остается чуть больше часа. Сейчас я рада вам представить нашего нового гостя, Екатерину Щинину, начальника отдела молодежной политики администрации города Самара. Но прежде всего Екатерина еще и мама того самого замечательного Ивана, который рассказывал историю своего героического прапрадеда. Но я так понимаю, что эта история не полная, Екатерине есть что добавить. Екатерина, самое время. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вся история, она началась с кусочка газеты, который 75 лет хранился в альбоме, в фотоальбоме моих, моей бабушки, моих родителей. И здесь все. Я хотела бы вам просто озвучить. Москва, Кремль, верховному главнокомандующему маршалу Советского Союза товарищу Сталину. Война вступила в решающий период. Красная армия и весь советский народ уверенно и твердо идут к победе, изгоняя немецко-фашистских захватчиков с нашей священной земли. Но до тех пор, пока хоть один немецкий разбойник будет топтать нашу землю, не успокоится сердце советского человека. Для окончательного разгрома раненого фашистского зверя в его берлоге требуется максимальное напряжение сил всего советского народа. Поэтому мы, инвалиды второй группы, Косулин Николай Васильевич и Ковалев Андрей Никанорович, внесли в Госбанк 50 тысяч рублей из своих трудовых сбережений в Фонд обороны страны и просим вас, Иосиф Виссарионович, построить танк имени Василия Ивановича Чапаева и дать нам возможность вручить этот танк лучшему экипажу 2-го Украинского фронта. И ответ. Куйбышев, городская улица 12, Николаю Васильевичу Косулину, Андрею Никаноровичу Ковалеву. Примите мой привет и благодарность Красной Армии за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Иосиф Сталин. Вот так мы знаем о том, что мой прадед Андрей Никанорович профинансировал создание танка имени Чапаева. А это вот его фотографию вы нам принесли. Да, давайте вот ее покажем. Это только вот то, что есть у меня и в моей семье. Хотелось бы, очень бы хотелось знать эту историю в деталях, знать судьбу этого танка. Мы смотрели интернет, искали материалы, и даже знаем, что есть предшественник танк Чапаев, который, к сожалению, был оставлен под Харьковом в трагедии в 1942 году. Но наш танк, вот если верить этой вырезке из газеты на обратной стороне, относится она к 1944 году. То есть это танк новый Чапаев, который должен был где-то быть. И как бы было бы приятно знать историю его доблестного экипажа и его судьбу. Потому что это как раз та частичка, та информация, которая связывает мою семью о войне. Не мог мой прадед тогда уже воевать. Он воевал в Первую мировую войну и прошел с Чапаевым этот доблестный путь. Но к моменту Великой Отечественной войны уже подрос его сын, мой дедушка, Владимир Андреевич Ковалев. Ему было только 17. По состоянию здоровья он, конечно, тоже не мог воевать, но тем не менее. Он все годы войны протрудился на оборонном заводе. У нас здесь в Куйбышеве. У нас здесь в Куйбышеве с 17 лет. Они делали снаряды для «Катюш», для боевой машины 13. Вот. И это число он всегда считал счастливым, верил в эти машины. И даже когда я родила, и год, мне был только годик, когда он уже умер, но он был очень рад, что я именно Катюша. И вот, все не случайно. Да, и как рассказывает мне моя бабушка, именно Катюша называл меня всегда. Но вообще, что касается не случайности, вообще, вот если говорить о трудовом воспитании и каких-то ценностях, вот даже если мы посмотрим на эту замечательную семейную историю, вот мой сын, он говорил о том, что трудовой подвиг моего прадеда закончился тем, что Чапаев подарил ему часы, уникальные часы, которые, к сожалению, потом пропали из семьи. Но эти часы были в виде стеклянного шара, где был абсолютно прозрачный механизм. И стеклянный шар — это были две линзы, которые увеличивали все детали. И мой дедушка, когда был маленьким, Владимир Андреевич, он вот наблюдал эти часы, этот механизм. И после того, как закончилась война, когда уже не нужны были снаряды для «Катюш», он всю свою жизнь посвятил ремонту часов.
Вот, и в его коллекции, когда я готовилась к этому эфиру, еще раз разговаривала с бабушкой, со своим папой Ковалевым Сергеем Владимировичем. И папа достал для меня вот коробочку с теми часами уникальными, которые остались от дедушки. То есть вы сейчас их принесли сюда? Да, здесь есть и уникальные часы. Это старые часы, здесь даже есть часы царские, там, 1800 какого-то года. Да, вот, разные и корпусы и так далее. И вот среди этих часов, когда давайте мы стали смотреть... Давайте покажем нашим зрителям. Поднимите и покажите, да, пожалуйста. Да. Ну вот... Вот они как раз часы, да, 19 века, судя по всему. Нет, сейчас, секундочку. Вот это, вот эти часы 1800, сейчас, чтобы... Нажмите сверху, да. Я волнуюсь, и они... Все волнуются. Да, вот, я их открыла, сейчас покажу, и... Вот, посмотрите, вот это такие часы, да. Вот. Есть также вот корпус от часов, который еще делал Павел Буре. Вот. И в 1944 году они были кому-то подарены. Здесь есть надпись имена. Просто мой дедушка, очень редкие экземпляры, которые ему попадались, он их оставлял у себя. И вот в этой коробочке с часами у папы буквально... позавчера я увидела вот эту медаль трудовой доблести, которая... Случилось, видимо, чудо накануне праздника 9 мая. Да, нашлась, потому медаль. Что нужно вот посвящать все-таки внимание и время семейным историям. Это важно. И вот она за доблестный труд. Вот эта медаль, видимо, была вручена моему дедушке. Вот, и... А вторая медаль вы принесли? Вот эта вот медаль, видимо, была уже позже вручена, 1992-2002 год, детям фронту. Вот это как раз я когда показала сыну, что он понимает, вот где этот памятник детям фронту, и как приятно, вот, что как раз его получается прадедушка, да, Владимир Андреевич, он вот имел к этому непосредственное отношение, ребенком трудился. То есть вы на личном примере показываете, собственно говоря, подрастающему поколению, подросткам, школьникам и студентам, как, собственно говоря, нужно хранить и чтить память тех людей, конечно, которые, конечно, воевали за нас. Великая победа должна быть прежде всего воспринята через себя, через свою семейную историю. У нас у каждого есть деды, прадеды, бабушки, прабабушки, которые ковали для нас вот этот мир, в котором мы сейчас живем. Мы должны понимать, мы должны знать. И я обращаюсь вот к взрослому поколению, хотела бы попросить, пока есть возможность, обязательно расскажите детям в деталях каждый момент уникальный, который вы помните, который вам рассказывали ваши родители. Потому что для нас это важно, знать эту историю, пусть в мелочах, и чувствовать свою принадлежность к этой победе, которая ковалась всеми возможными ресурсами. И каждый на своем месте делал то, что мог, и то, что должен был сделать. И в этом, наверное, наш успех и наше счастье. И в этом успех семьи. Спасибо вам огромное, Екатерина, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали эту уникальнейшую совершенно историю. У вас просто целая коллекция для музея. По-другому я не могу сказать, для вашего семейного музея, который мог бы стать и достоянием, собственно говоря, всего города. С праздником вас, Великой Победы, с праздником всю вашу семью. Спасибо, Спасибо. Что пришли.